И снова привет всем. У вас, ребят, уже 500 человек. Пол-литра натекло. Я только вот недавно запускал этот канал, как бы учился монтировать, записывать что-то. Теперь вижу, что вам нравится, что я делаю. У вас уже, блин, ну реально полкосаря. Это толпень уже какая-то. Молодцы, вот спасибо вам. Ну, большая часть, конечно, по танкам, потому что я в последнее время засел на танки и делаю видосы только по танкам, но те, кто первые-то пришли, они тоже там просят, доту сделай, VR-чик сделай. Ну, сделаю, ребят, ну, для вас, конечно, сделаю. Прям на этой неделе вам по доте и сделаю видос. Про грача, как вы любите, сделаю, будете смотреть. Ждите, скоро будет. А сегодня я решил выкатить на дедушке. Ну и встретит-то, это же дедушка, настоящий. Столько дерьма уже повидавший. Вот дедушку засветили. Дедушка же быстро не может бегать. Дедушка же медлен. Его какая-то падла светит. Но на дедушке надо играть как? Как вот настоящий боец. Ведь никто, кроме дедушки, не знает, как правильно воевать. Как по-настоящему быть бойцом. А не сидеть кучи в кустах накладывать за спинами братишек. Вот этот вот разве мудак лопоухий знает? Или вот эта вот китайская подделка, которая стоит песок нюхает? Какой вот? Это эффект неожиданности. Стоять за углом и ждать врага. Да он знает, что ты здесь. Он сам такой же стоит там. Вот он, щегол! Он ждал тебя! Но дедушка-то знал об этом. Дедушка первый вышел. Он не ссал, как ты. Он не нюхал камушек. Не ждал тут. Не высиживал яйца. Он просто пошел и поджег эту вражину. А теперь она убегает в страхе. Но тут на дедушку опять охота. Вы видите, кто сидит? Вы видите, кого я увидел? Там сидит Тяж. Наверху. В кусте. Невидимый Тяж. Тоже на ИСе. Спрятался. Это ж Дристун. Это настоящее сыкло, которое не может воевать. Оно просто сидит на камушке вверху в кустике, считая себя противотанковым орудием и пытается воевать с кем. Да смотрите, какой неугомонный, а! Иди уже, все, ты навоевался. Ты уже отхватил за обе щеки, иди плачь. Лытки только не забудь обтереть потом от соплей свои и слезок. Вот что значит, когда тяжи стоят в кустах, а маленькие зеленые пеструны лезут в атаку. Они же не понимают, что они не пробьют тяжелого дедушку, которому все похеру. Он же просто переедет тебя, маленького, сопливого дурачка с рогаткой. И все, фамилию твою спрашивать не будет. Нахера ему твоя фамилия в его-то возрасте? Он ее забудет через 12 секунд, когда будет давить следующую. А вот дедушка наконец-то и встретил тоже дедушку. Он сначала дал ему подумать о своем поступке. Он поставил его на гусельку и сказал: подумай. Подумай, куда ты лезешь. Ты же слабее. Лучше зови подмогу. Из куста того выдерни, сюда приведи. Это неравная битва. Но вместо подмоги он привел до этого сопляка. Сопляка с рогаткой. И арту, которая кидает каким-то хером через скалы. Рядом с дедом взрываются снаряды. Пеструны бегают, из рогаток плюют. Но вот тоже дедушка теперь сидит за камнем. И кидает в скалу. Рикошетный дедушка, кстати. Хоть и 7-го уровня. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь, сопляк? Беги скорее, пока у меня КД. Я ж тебе сейчас кабину помну. Как ты потом такой домой вернешься? Тебя ж мама не узнает. Скажет, откуда ты такой мятый? Ты что такое? И снова рикошет. Ну, это только доказывает, что дедушке нельзя. Нельзя стоять и перестреливаться. Ему нужно идти. Идти, давить врага просто взглядом. Уничтожать, испепелять. Ну вот мы, собственно, и идем. Мы идем и давим. Идем, давим, рикошеты... Вот сопляки, а. Вот сопляки. Вот сорванцы что делают? Засели за камни. Засели и сидят оттуда, кидают тухлыми яйцами и помидорами с балкона в деда. Сыкуны-то мелкие. Что ты делаешь, засранец ты мелкий? Я знаю, что ты делаешь. Ты разозлил дедушку. Ты заставил его бежать к тебе, чтобы добежать до тебя и надрать твою жопу, которая уже дымится от рикошетов и непробитий по дедушке. А чё ты думал сюда залази? О чем ты вообще думал? Да ни о чем ты не думал. Ты же глупый. Ты же сидишь в кусте на тяже. На базе. Еще один. Ну серьезно. В деда из рогатки. Из-за забора из рогатки в деда пуляешь. Шпоночками мелкими алюминиевыми. Да дед же в тебя батиком кинет с 500 метров и лоб расшибет. Сиди в ангаре и думай об этом. Ну а теперь, сорванец, говорим с тобой. Ты тут сидишь в кусте, значит, да? Деда дожидаешься. Фугасом в него кидаешь. Фугасом, сука, из кустика на горочке. Ты что ради этого ждал дедушку? Дедушка же приехал. Дедушка же тебе сейчас... Дедушка уже опоздал. Нет, ну вы смотрите, что делается. И немец.
Фашист проклятый едет сюда. Едет убить дедушку. Говном его закидали. Смотрите, все в говне. Вообще все. Все, что можно, разули. Но братишки свои помогли. Братишки, на них положиться можно. Это не то, что в их команде сыкуны всякие по кустам сидят. Наши братики, смотрите, что делают. Как они готовы спрячься за дедушку. Только вот от этого говна они защитить не могут. Вот только пидорасы квадратные сидят у себя на базе. Ссутся уже, срутся прям под себя уже. Такие же квадраты, как они размером наложили. Смотрите, что делается. То есть все это время, все эти, сука, 6 минут, все, что длится бой. Он здесь сейчас глиной из задницы строит эти глиняные домики, чтобы за ними спрятаться от дедушки. От всех наступлений врага он, сука, дома строил. Не воевал, ехал, а спрятался. Сидел здесь. Вот такие же тоже в твоей команде часто попадаются. Вот за это поставь лайк, дедушка. Дедушка же тащил весь бой. Дедушка допизделся. Дедушка ехал-ехал и допизделся. Ну и пусть он отдохнет. Ну а здесь, собственно, можно быстренько посмотреть, как наши ребята примчали и добрали все это безобразие, которое здесь на базе все время паслось и портило дедушке настроение. Ну, сейчас не об этом речь, ребят. Вас реально 500 000 уже. Как бы в масштабах больших каналов, у которых там 10 миллионов, там 100 миллионов подписчиков, это, конечно, ну, 500 всего, да. Но для меня, когда там, блин, я только вот создал, у нас там было 5, 10, 50, 100, 200, че, уже полкосаря. Это реально уже толпище. Ну это же реально приятно, ребят, смотреть на это. Я же вот делаю видос, а вы их смотрите. Значит, вам приятно. Если вы смотрите, особенно постоянно приходите и новый видос смотрите, вам приятно это. А представьте, как мне приятно. Я захожу под этим видосом, ваши комменты вижу. Потом циферку смотрю, а вас еще больше стало. Вы лайки ставите, вы там еще что-то переспрашиваете. Реально приятно. Ну прям, вот прям от души. Спасибо вам за это. Давайте, до встречи. Пока.